Мир изменился, однако это нормально, потому что с изменениями приходят и инновации. Так вот и Казанский федеральный университет ввел новую форму обучения, инновационную, гибридный формат. Это смесь между дистантом и очкой. Однако многие студенты стали задаваться вопросом, чем же отличается дистант от заочки? Чтобы развеять их сомнения, мы с нашей съемочной группой обратились к экспертам КФУ и готовы вам рассказать, чем же отличается дистант от заочки. Само по себе такой формы обучения, как дистант, просто не существует. Есть очная форма, а есть заочная. Дистант – это формат, однако обучение проходит с таким же количеством часов и экзаменационной сессии, как и на очке. С одной лишь разницей – преподаватель и студент не находятся в одной аудитории. При очной форме обучения, когда вы используете дистанционные технологии, преподаватель также, точно так же, объясняет вам материал в режиме реального времени, только преподаватель находится не в аудитории у доски, а он находится как бы с другой стороны экрана. Это та же работа для преподавателя, и он также в режиме реального времени работает со студентами. Во время дистанционных пар студент в режиме реального времени может задавать вопросы, переспрашивать непонятные вещи и вступать в полемику, точно так же, как и на лекции. К слову, как шутят многие преподаватели, присутствие студента на паре еще не гарантирует его полную вовлеченность. Если студент хочет получить знания, учиться, то, в принципе, возможности в дистантной форме освоить материал даже больше. Во-первых, у студента есть возможность всегда пересмотреть заново, еще раз пересмотреть лекции, вспомнить, какие вопросы он задавал, и активно поработать с тем материалом, который был подготовлен преподавателем. В этом учебном году порядка 40% иностранных студентов обучаются дистанционно. Это связано в основном с тем, что некоторые студенты не смогли покинуть свои страны. По словам проректора по внешним связям, таким студентам крайне тяжело, и задача вуза сделать так, чтобы обучающимся было доступно и комфортно посещать пары даже в дистанте. Мы сами это понимаем, когда мы работаем дома, нас всегда все отвлекает. То же самое и для студентов, которые учатся. Впереди у них, например, сессия, им необходимо готовиться к этой сессии. Ряд иностранных студентов, возможно, не так хорошо еще знают и язык, на котором идет преподавание, будь то русский или английский. И, безусловно, вот как бы задача институтов – поддержать этих студентов вот в этой сложной ситуации. Таким образом, выходит, что дистант и заочка – это совершенно две разные вещи. Однако дистант – это вынужденная мера, которая хорошо показала себя. Напомним, что Казанский университет перешел на дистанционный формат в конце марта этого года, а уже с сентября в ВУЗе практикуют гибридный формат обучения, потому что мир изменился. Лев Диденко, Фарид Захитаглы, Универ Ньюс.